28 ноября в стенах администрации Каспийска под руководством заместителя главы муниципалитета Руслана Учакаева состоялось заседание межведомственной комиссии по увеличению доходной части муниципального бюджета. В ходе встречи участники рассказали о принятых мерах принудительного взыскания. Несмотря на принимаемые нами меры взыскания, это начиная направление уведомления для уплаты налогоплательщиков в добровольном порядке, причитающихся налогов, большое количество приходится формировать заявление о выдаче судебного приказа. Например, это на сегодняшний день уже направлено в мировые суды заявление о выдаче судебного приказа в отношении 1494 человека. Заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев отметил, что администрации города также проводится работа по исполнению доходной части бюджета и методом привлечения дополнительных средств в бюджет города. Так, за текущий год выявлено и поставлено на налоговый учет 395 лиц. До конца года это количество планируется довести до 600. Кроме того, активно ведется работа по проверке фактического использования земельных участков. Заместитель руководителя финансового управления администрации города Камиль Мамаев поделился результатами проведения еженедельных рейдовых мероприятий. Вручено где-то за месяц, можно сказать, одна неделя у нас выпала, вручено уже порядка 120 уведомлений. Выпущено 3 репортажа в СМИ по данному вопросу. И также информация размещена на официальном сайте. Так прошу поддержать данную инициативу и организовать как-нибудь совместный рейд. Полиции у нас сегодня нету. Полиции и налоговой с полицией, участковой полиции и налоговой инспектора. В заседании приняли участие начальник управления имущественных отношений Айвар Аливердиев, начальник управления экономики, торговли, инвестиционной политики, цифрового развития Амина Ибрагимова и многие другие. Отметим, что на сегодняшний день в муниципалитете также проводится работа по стимулированию погашения налоговых задолженностей.